«Парикмахер» – турецкий фильм, снятый компанией OGM Pictures по заказу международной платформы Netflix. В центре внимания – организация, о которой не знает никто. В отличие от других группировок, эта команда борется с силами зла. Управляет ею некто по имени Ондер, который в обычной жизни работает парикмахером. Роль Андера играет Бурак очевид. Вторая главная мужская роль у за Йазаджоглу, которая играет молодого человека по имени Али. Также в этом фильме снимается Ильвен Джан. Его многие зрители помнят по сериалу «Разведка». Одна из главных женских ролей у актрисы Хазал Тюрисан. Начало съемок 14 августа 2023 года. Также известно, что после съемок в этом проекте Бурак очевидно продолжит сниматься в пятом сезоне сериала «Основание Осман» премьера которого ожидается в начале октября 2023 года. Дата выхода фильма «Парикмахер» пока неизвестна. Не исключено, что премьеру могут перенести на 2024 год. Альтернативное название фильма – «Цирюльник». Жанр – фантастика-криминал. Производитель – ОГМ Пикчерс, Нетфликс. Сценаристы – Седеф Байбуртлуоглу Гюрерк, Джем Оздуру. Продюсер – Онур Гювентам. Дата выхода 2023 год. Режиссеры Денис Юрумазер, Джем Оздуру, Бурак Озчевит, Хазал Тюрисан, Левент Джан, Мерт Йезиджо